Николай Ясиновский, Виталий Фатеев, Александр Вишневский, Владимир Сизов, Светлана Ерегина, Ольга Везмитинова и Ольга Белякова. Главная тема 9-го в 2016 году выпуска «Железного мира» – IFBB Pro – профессиональные атлеты. Современные тренировочные методики, опыт и мотивация наиболее титулованных бодибилдеров России. Об этом и не только в лучшем журнале о силе, мышцах и красоте тела. Итак, уже в продаже. 9-й в 2016-м. Номер «Железного мира» с первым российским IFBB Pro. Главным редактором нашего журнала Николаем Ясиновским на обложке. 208 страниц эксклюзивной информации и новые встречи с героями железного спорта. Открывает номер интервью с первым российским профессионалом IFBB, русским кошмаром Николаем Ясиновским. Как новый главный редактор оценивает современный соревновательный бодибилдинг? В чем отличие от культуризма в 90-х? Какова роль железного мира в развитии современного бодибилдинга? А также каковы прогнозы Ясиновского на расклад сил главного турнира года «Мистер Олимпия 2016»? Читайте в свежем номере. Также читателей ждет встреча с Виталием Фатеевым. Насколько успешными были для Виталия 2 года в статусе профессионала и какие соревновательные вызовы стоят перед IFBB Pro в ближайшем будущем? Об этом и не только на страницах лучшего журнала о бодибилдинге и фитнесе. Еще один именитый профессионал IFBB Pro Владимир Сизов рассуждает на страницах издания о критериях оценок в бодибилдинге, а именно о спорных моментах последних 3 десятилетий на самом главном турнире планеты – Олимпия. Вместе с нашим специальным корреспондентом Антоном Доценко Владимир Сизов вспоминает и размышляет о тех случаях, когда чемпионский титул отдавали тому, кто, по мнению многих, выглядел менее предпочтительно, чем вице-чемпион. Кроме того, в разделе «Бодибилдинг» читателей ждет интервью с Александром Вишневским «Переходный период из любителей в профессионалы». Не менее интересным будет рассказ Ольги Беляковой о ее профессиональной карьере, организации турниров в США, а также тренировках и диете. Еще одна звездная героиня свежего номера – Ольга Везмятинова, IFBB Pro – мастер спорта международного класса, обладательница множества титулов и наград. В своем интервью «Железному миру» Ольга расскажет не только о спорте, но и о своем дизайнерском таланте, который стал основой бизнеса по изготовлению эксклюзивных купальников и одежды. Об этом и не только в свежем номере. Также в очередном «Железном мире» Юрий Голубев, легенда российского культуризма 90-х, великолепная четверка мирового бодибилдинга. Алексей Шаев, идеальный классик. Евгений Цветков, главная дисциплина. Силовой подход Сергея Боложа. Екатерина Мусиюк, круглый год в форме. Тамара Шенгелия, бодифитнес – это монументально и гармонично. Раздел «Методика» открывает статья «Мотивация русского кошмара», в которой Ясиновский рассказывает секреты своих спортивных успехов. Кроме того, подготовка к соревнованиям, советы чемпионов, секс и фитнес. Саша Браун откровенно на щекотливую тему. А также авторская колонка Арины Скоромной «Может ли женщина быть в форме без тренажерного зала?» и IFBB Pro Светлана Ерегина «Рекомендации профессионала». Без малого 100 страниц проверенных фактов и авторских комментариев читатели найдут в разделах «Диетология», «Спортивное питание» и «Фармакология», «Спорт и наука», а также в рубрике «Здоровье». Итак, чувство голода, подсчет калорий, силовой тренинг на низкоуглеводной диете, ликбез по омеге 3, 6 и 9, джинтропин, мнение профессионалов, а также капсаицин, похудение с перчиком. Кроме того, с Денисом Михайличенко поговорим о методах определения состава тела человека, а именно биоимпедансе и калиперометрии. Не менее полезная информация ждет читателей и в статьях «Основы силовой тренировки», «Эндокринная система», «Русский фитнес» и «Лечение в Беларуси». Еще одна новость. На странице журнала возвращается Юрий Бомбела. В свежем номере вас ждут сразу 5 статей от этого известного многим автора. И в частности, анаболики и сердце. Кто виноват? Так ли страшен кортизол? Диуретики – не очень приятные факты. Астарин, кардарин и прочее. А также триметазидин и мельдоний. Что дальше? Читаем. Это интересно. Итак, спрашивайте в магазинах и фитнес-клубах вашего города. Очередной в 2016-м 9-й номер «Железного мира» с первым российским IFBB Pro по прозвищу «Русский кошмар» главным редактором нашего журнала Николаем Ясиновским на обложке. 208 страниц информации железного качества уже в продаже.